28 сентября в школе номер 249 Кировского района прошло торжественное открытие конкурса педагогических достижений. Конкурс проходит уже очень много лет, и идея конкурсного движения, она зародилась достаточно давно. Мы только ее поддерживаем, мы развиваем, расширяем направление, потому что направлений становится больше деятельности педагогических работников. Поэтому для того, чтобы удовлетворить интересы различных, да, направлений педагогической деятельности, у нас в этом году 11 номинаций в этом конкурсе. В фестивале планируют принять участие более 100 педагогов разных направлений. Учитель гимназии Гупалова Анастасия Васильевна в своем обращении поделилась опытом и ответила, почему учителю обязательно стоит принимать участие в этом ежегодном мероприятии. На сцене ученики школы подготовили творческие номера, чтобы поддержать участников конкурса. Главная цель молодым педагогам показать, что они действительно на правильном пути, и не надо бояться показывать то, что ты еще, может быть, не наработал, но то, чем ты уже можешь поделиться и показать свой интерес педагогике. Ну а старшее поколение педагогов действительно должно поделиться этим опытом и доказать, что, наверное, не зря выбирали этот путь. После торжественной части победители и лауреаты конкурса прошлого года провели творческие мастер-классы для педагогов. Тематика разнообразна. Подумали над образом современного учителя, его личными качествами. Затронули такие темы, как учебные трудности глазами ребенка, развитие творческих способностей школьников. Фестиваль педагогических идей продлится до марта. Впереди у педагогов трудный, но интересный путь познания и углубления в собственную профессию. Пожелаем им удачи!